4 спортроты, которые дислоцируются в Балашихе, Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи, были призваны 229 атлетов, представляющих 29 олимпийских видов спорта. Среди новобранцев – призеры европейских и мировых первенств. Во время церемонии над главной площадью Олимпийского парка прошли показательные выступления спортивной команды по парашютному спорту. А гости мероприятия смогли принять участие в мастер-классах по различным видам спорта. Почетными гостями события стали именитые ветераны спорта ЦСКА. Светлана Ишмуратова, например, старается не пропускать ни одной церемонии. Знаете, женщине тоже иногда приходится командовать, да, но командуем мы очень легко, мягко, знаете, так по-матерински. А здесь фактически, ну, 18-летние мальчишки – это дети еще. Конечно, они вдали от своих отцов, матерей, и скучно, грустно. И вот чтобы хоть как-то их, знаете, так сгладить, вот эту вот саму всю такую жесткую процедуру, конечно, приходится где-то ласковое слово сказать, где-то что-то подсказать просто, по плечику похлопать, знаете, по-матерински. Кстати, спортивные роты в российской армии возродили не так давно. Атлеты могут проходить службу в рядах вооруженных сил, не отрываясь от тренировочного процесса.